Уважаемый Игорь Александрович, хочется от всей души искренне и сердечно поздравить вас с днем рождения. Особенно приятно, когда поздравляешь человека, достойного во всех отношениях тому, чтобы к нему относились с огромной любовью и уважением. Знаю вас уже много лет, может быть, не так близко, как хотелось бы, но по вашим делам, по вашим результатам возникает всегда только одно чувство – чувство восхищения вами, как личностью, как человеком, как руководителем. Поэтому таких результативных людей, как вы, ну, наверное, не так много в жизни. Они, конечно, есть, но их очень мало. Вот. Хочу вам пожелать искренне от всей души не останавливаться на достигнутом. Иногда просто вот удивляешься, откуда у вас берется столько времени на все то, чем вы занимаетесь. И в работе, и в спорте, и в развитии санатория. Но это еще одно подтверждение, свидетельство тому, тот, кто хочет чего-то достичь, тот достигает и делает. Тот, кто не хочет чего-то достигать, ищет причины. Уважаемый Игорь Александрович, примите искренние поздравления. Хочу пожелать вам крепкого флотского здоровья, долгих лет неувядаемой жизни и чтобы успех и удача всегда были вместе с вами. Спасибо, дорогой Игорь Александрович, с днем рождения!